Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы гостя на канале Семён и Чемоданы, с вами я, Славян. Конечно же, мы в полном составе. Тёмочка, Родик, Настёнка, вон там Мирошка идет. Мы приехали на пляж, который очень сильно полюбили, так называемый военный пляж. С него пишем начало, ну а сегодня, ребятки, в этом выпуске мы отправимся с вами в интересный парк, такой досуг для детей. Также мы сегодня после этого отправимся на шикарнейший закат, в потрясающее место, где мы с вами увидим миллионы летучих мышей. Там будет такое крутое шоу. Досматривайте выпуск обязательно до конца. Еще я понимаю, что в конце декабря куча у всех было головняков с украшениями, с подарками и так далее и тому подобное. И многие не посмотрели наши вот эти вот выпуски. Самое время после вот этого видео посмотреть эти. Посмотрите особенно вот этот выпуск, где мы организовали себе вот на этом же пляже крутую фотосессию, берите ее как за идею. И в этом же выпуске мы подвели итоги 23-го года. Ребятки, вместе с вами врываемся в 24-й год. Всем желаю самое главное – мира, здоровья и больше позитивных эмоций. А позитивные эмоции всегда берутся из путешествий. Так что путешествуйте, ребятки. Все, лайкосик заряжайте, комментарии пишите, репост делайте. Погнали. Пару слов расскажу про этот пляж, так называемый военный. Локацию оставлю в нашем телеграм-канале с фотографиями. Обязательно переходите, смотрите. Обычно вода вот здесь, сейчас отлив. Видите, ушел такой бассейн получился. Вон Мирошка уже забежал. Широченная линия. Вообще невероятная. Мы когда здесь были на фотосессии, людей было много. Вот, собственно, посмотрите обязательно выпуски. А сейчас вот такая вот здесь ситуация. Очень мало людей. Вообще Хуахин прекрасный город для отдыха с детьми. Здесь цены разумные, очень много европейской еды, всяких товаров европейских. Вот кто отдыхал часто в Европу, ездил, сейчас нет такой возможности, например, то здесь кайфанете. Ну, мы вообще прям поймали какой-то европейский вайб здесь. Ну, естественно, европейцев тоже очень много. Такая коса набилась, да? Здесь чистое море. Вон там вот возле этой скалы у подножия пляж серфинский. На мой день рождения там катали. За этой скалой центр Хуахина, мы там живем. Ну вот такой вот пляж. Сейчас вам буду вставлять кадры с 23-го года, когда мы тоже путешествовали, собственно, про это и выпуск. Тогда в конце декабря пришли сюда лютые морозы. Вот, ну, на самом деле было очень холодно, хотел всегда одевать кофту. Кто здесь находился в это время, конечно, поддержали. Я еще в Инстаграм залил вот этот вот рилс, представляете, набрал больше 500 000 просмотров. И кто-то не соглашался со мной, но это действительно так. Море штормило. Была так себе, конечно, погода. Но вот видите, мои уже купаются. Все, ребятки, у нас сейчас купалка, а мы с вами отправляемся дальше. Как здорово жить в комплексе, когда у тебя есть подземный паркинг, и ты просто выходишь из подъезда. Подъезды у нас такие вот панорамные здесь, видите? И сразу садишься в машину. Это так очень здорово вообще. А мы едем на новый пляж, на котором ни разу не были. Такая замечательная бухта. Ну, судя по фоточкам, сейчас доедем и посмотрим. Но это наша такая фишка, на самом деле. Когда мы куда-то приезжаем, потом живем месяц и изучаем все ближайшие пляжи. А учитывая, что здесь еще и классное море, то почему бы нет? Мы приехали. Здесь такая вот парковка для байков, для машин. Сейчас найдем местечко где-нибудь. Желательно, конечно, хоть чуть-чуть в тенечке. У нас сегодня в Хуахине такой лютый ветрище. Я даже не знаю, как меня сейчас слышно. Но реально очень сильный. Вот мы сюда приехали. Здесь такие сумасшедшие волны. Но пляж очень сильно красивый. Смотрите. Это Настенка. Там он у нас, какие-то скалы. Очень хочется посмотреть, конечно, как выглядит все это дело, когда нет волны. Но сейчас волны... Мама, не горюй. Мы даже такие-то и не видели вообще. Да, купаться в такой шторм, конечно, ни в коем случае нельзя. Но какие роскошные скалы. С этой стороны и с этой стороны. Да, когда здесь море спокойное, это круто. Смотри, как красиво, да, здесь? Там такие острова. Ледянку взял и на заднице скатился. То, что нужно. Вот кафешки здесь вечером прям 100% атмосферно. Эти всякие гирляндочки. О, здорово. Качельки. Какие брызги идут от этого.
Дошли мы до самого конца к этим скалам. Здесь такие брызги отлетают от моря. Вообще цвет изменился, такая мощь. Отсюда, кстати, виднеется золотой Будда. Вот, спрятан там какой-то храм. Я думаю, что можно по кустам по этим и на горку на эту подняться. Либо вот на те скалы пойти. Прикольно. Сейчас, может быть, еще в ту сторону пройдемся. Да, хотели покупаться, но купаться в шторм — это вообще не вариант. Мирошка, отходи! Но люди купаются, несмотря ни на что. Этих людей просто не остановить, их ничто не остановит. Ни какой-то шторм там, ничего абсолютно. Ну, лютые волны вообще. Да, нас уже пару раз окатило. Трындец, трындец. А это вот, видите, уже другая сторона. Места много, людей мало. Вот Хуахин, конечно, прекрасен, но очень хочется посмотреть этот пляж, когда нет вот этого лютого ветра. Волны – жесть, ветер – жесть. Да, вот, накатывает. Да, вон серферы, кайтсерферы летают уже, катаются. Здесь вот скульптура на камнях. Ну и, по сути, все. Пляж, конечно, классный, но нам маленько не повезло. Вот что и требовалось доказать. Мы приехали на наш пляж, где мы серфили, и вот, пожалуйста, смотрите. Красиво, широко, и вообще волны нету. Вот так вот. Так что, если будете здесь, на каком-то пляже бьет сильная волна, ну, проедьте буквально там пару километров в одну, в другую сторону, и можно будет наслаждаться, купаться. Вообще, правило 10 метров мы для себя вывели еще когда по нашему югу катались. Вот в Анапе это особенно работает. Где-то кисель из водорослей, 10 метров проходишь, и море идеально чистое вообще. Вот, пользуйтесь лайфхаком. Мы как следует накупались. Только единственное, что мы вот вообще не знаем, как детей вытащить из воды. Мирошка вообще не вылазит. Вот видите, идет, бастует. Нет, говорит, нет. А ехать домой уже надо. Парни тоже вон по волнам. Да. Как их вытаскивать, непонятно. Вот он. Мы приехали в очень интересный парк. Называется он вот так. Я думаю, что вы этот парк нигде не увидите, только у нас. Это просто шикарнейшая инсталляция. И здесь очень круто погулять с детьми, сделать фотографии. Здесь стоит билеты. Сейчас вам покажу, в общем. Вот столько, часы работы. Вот, пожалуйста. Ладно, сейчас будем покупать. Ну, пойдемте. Вход нам обошелся в 520 бат. Пойдем. Видите, как здесь красиво-красиво. Вон, сразу фотосессия погнала. Ну, пойдемте. Погуляем в красоте. Здесь сразу туалетики есть. Какие красивые эти веники. Коровка. Да. Мне кажется, что о таких местах вообще даже никто и не знает, на самом деле. Свинья гуляет. Вон, свинья просто гуляет. Это получается, видите, такая ферма. Вот эти все шикарнейшие, потрясающие инсталляции. Еще и вместе с животными. Это вообще классно. Погладь, Мироша, погладь. Маленькую какую. Смотри, какая она необычная. Толстая очень. Вот здесь вот комната. Я так понимаю, страх. Вон он, дерево такое. Лошадь из каких-то бревнышек. В общем, детям вообще веселье. Тыквы, вот сюда он приезжает фотосессию делать на Хэллоуин. Смотрите, какие штуковины сидят на крыше. Ну чё, парни, страшно вам? Ха-ха. Ну так-то прикольно. Здесь, кстати, вот есть качельки. Вот это да! Всякие пауки, смотрите, такие таранты. Ну, инсталляция, конечно, классная, да? А-а-а, прикиньте, такого здорового паука увидеть! Это жесть. Да, здесь все в паутинах. Бля.
Здесь, кстати, на входе тоже можно купить морковку, чтобы кормить животных, но здесь мы уже делать это не стали, потому что там заплати, тут заплати. Просто погуляем и просто понаслаждаемся. О, здесь, смотри, Настенка, туннель любви. Заходи, пожалуйста. Будем любить друг друга. Несмотря ни на что. А здесь была пиццерия. Но ничего сейчас не работает. Вот по ценам, да, можно посмотреть. Не знаю, видимо, нету людей, никто не ездит. Но вообще место очень классное. Вот прям атмосферное. Особенно, конечно, с детками здесь погулять. Здесь вот есть верблюды. В таком неплохом состоянии. Вот интересно, вот верблюды в Египте, они вот тоже такие? Да, не, мы больше не будем покупать у вас ничего. Вы нас разорите иначе. Страусы, смотрите, какие огромные страусы. Вот. У них там перекус. И вот инсталляция домиков, но почему-то все закрыто. Мирошка, смотри, по полям, красный трактор едет к нам. Запрыгивай, Мироша. Да, видите, детям здесь прям раздолье, можно в каждую машину залезть, походить, полежать. Видите, как здорово. Там раньше был рабочий. Да. Прыгай, Мирошка. Прикольно сделали, да, вот эти, из бочек масляных. Ой, правда, надо аккуратно сажать, можно порез. Давай, помогу. Салах! Да! Да! Родик, аккуратно, сынок. Тёмка, куда везешь? В Россию, на Москву. Как красиво смотрится мельница на фоне этой огромной скалы. Чё там? Ну не чеснок, это фрукт, забыл, как он называется. Там же этот дуриан. Классно. О, Мирошка сразу побежал в такую вот огромную машину. Смотрите. Чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик-чик. Опа! Парни, закрываем двери! Парни, закрываем двери и погнали! Какая штуковина, да? Вот это здесь инсталляция. И вообще потрясающий парк. Огромный трактор. Инсталляция зимняя, пожалуйста. Ура, мы увидели почти снег. Ребятки, в нашем телеграм-канале, вот тут можно отсканировать QR-код, мы скинем локацию этого места. Вообще, мы просто, видите, первый раз сюда приехали и не знали, но здесь можно классно подобрать какие-нибудь костюмы и сделать фотосессию, действительно классную. Можно прям даже какую-то новогоднюю сообразить, да, либо там на любой праздник. Мне кажется, вообще потрясающе. Трактора, вон всякие, халки, тыквы, бочки, вот словно ты в этом доме, да, в таком фермерском. Да, и здесь вот они все роботы, Оптимус Праймы, Бамблби. Смотрите, как здорово, такие огромные ростовые. Не-не-не, ноги мне убрись. Здесь вот еще инсталляция. Вот здесь вот фотозона прям крутая. О, любимый фрукт Настенкин. Как же без него-то, а? Забирай с собой. Че ты? Как же здесь прикольно, какие они сделали классные инсталляции, потрясающе.
Мы в Италии! Или что это? Смотри, а тут еще будка стоит. Ну. Вон там. Чайнички, вот смотрите, какие красивые. Вот инсталляции. Вот тут, смотри, как прикольно все. Пошли сюда. Смотрите, как здесь круто. Здесь 3D-шечка еще, да. Чувак, аккуратней. На меня чуть не попал, да? Это башня. Но. А вон еще там второй этаж есть. Нифига себе! Жираф! Настенка увидела, кричит, говорит, жирафы! Мы впервые видим жирафа. Мы видели в московском. Но это не то! Смотрите, он к Тёмке наклоняется. А, у меня аж мурашки! Эй, привет! Вот это да, жираф! Мы купили бананы. Сейчас будем кормить жирафа. Подождите, надо можем открыть. Вау! Нифига себе! Дайте мне ножки. Давай откроем, мы что-нибудь откроем. Он огромный, а. Ты не хочешь? А ты его открыла, он не хочет. Не будешь? А этот? Может, ты? Открыла, не надо ему. Они не едят. Ну-ка, дайте-ка я попробую. Не дали подснять. Да. Так, детей туда полностью запустили. Детвора сегодня кайфует. Да, кроликов покормили. Жирафов покормили. Ну и напоследок парни решили попрыгать, побегать вот в такой вот технике. Но это коробка, как у маркообразных стояла второго поколения. Это типа эти а-ля американские хаммеры. Ну да, вон USA написано. Это вот вертолеты. Что, закрыто? Ну да, они закрыты. Прикольно. Эх, не-не, сынок, вовнутрь сюда нельзя. А на выходе нас встречает вот такой прекрасный магазин с мягкими игрушками, с различными там брелочками. Ну и самое прикольное то, что вот тут вот стоит вот такой вот Volkswagen. Вот это старичок. Мы приехали в потрясающее место, которое вот находится прямо за моей спиной, ребятки. Сюда на закат. Ведь вот оттуда вот вылетают миллионы летучих мышей. И будет вот такая вот стая. Мы очень хотим этого дождаться. Здесь даже вот, видите, есть такая вот табличка про этих летучих мышей. Классное место. Вроде там где-то есть смотровая. Но я не уверен, пойдем ли мы на нее. Возможно, будем прямо отсюда просто смотреть.
пока ждем, поснимала вам эти красоты, да, с дрона. Правда, половину не снимал, отвык уже от полетов и просто забыл нажать кнопку. Ой, какой пес. Так, нам тут кто-то показывает что-то. Смотровую. Я не понимаю. Мы теперь поняли, что он говорит. Это он говорит, что там горный козел. Вот он. Вот эта вот белая точка. Это горный козел, и он вот самой-самой вершины спускался. Он нам все показывал, а мы въехать не можем. Че он хочет от нас? Вот, и сейчас вот все перевели. Короче, нам этот мужичок говорит, что, представляете, в эту пещеру летучих мышей можно подняться. Есть какая-то специальная тропа, но мы ему, конечно, сказали, ноу-ноу-ноу, нет, мы так делать точно не будем. Поэтому будем просто дожидаться полета. Здесь, получается, вот поднимаешься на смотровую за 50 бат, ну, типа донатик такой, вот. И говорит, что в 6 часов мыши должны полететь. Но это не точно, возможно, раньше полетят. Но зрелище должно быть вообще крутое, конечно. На самом деле, не зря приехали. Вообще, хоть можно посмотреть все сельское хозяйство. Кстати, вот она тропа, про которую я говорил. Вот она. Можно туда сходить, подняться. Блин, прикольно, конечно. Я бы сходил, но, наверное, один. Здесь вот растут кокосы. А еще мы впервые вообще увидели, как растет манго. Это вот манговое дерево. Смотрите. Оно еще, конечно, не спелое, но сам факт такого мы еще не видели. Вот они маленькие мангочки, вот они малюсенькие какие. Ха! Вообще прикольно. Вот так вот у людей такая вот ферма. Да. Классно. А мы все ждем и ждем. Мы рассмотрели уже здесь все деревья, чем они питаются. Там кокосы, бананы, манго и так далее. И здесь, смотрите, дети играют в монетки. А людей становится все больше и больше. Подъезжает уже третья машина. И все сюда смотреть мышей. Мы все ждем. Вы понимали, сюда люди приходят. Посмотрите, с какой техникой. С огромными объективами, с биноклями. Не то, что... Некоторые, вот это да. Я вам серьезно говорю, ребята, такой контент вы не увидите нигде. Только сейчас в выпуске. Вот отсюда вылетит огромная стая летучих мышей. Ну и объективы европейцев говорят о многом. Так, походу началось. Или это кто? Так. Никто не понял. Но. Так это и они, но. Дай ролик поснимай. И мы это все время ждали, чтобы увидеть этих маленьких красоток. Как будто ничего не произошло. Ой. Это шоу, да. Шоу на закате. Это они так смотри, как собираются, просто ниточками, да. Ой-ой-ой. Откуда все взяли? Да, просто вот здесь можно камеру ставить и смотреть, как они летают. Мари, огромные... орлы, орлы. А орлы подлетают и едят. Ой-ой-ой-ой-ой. Вон они, целые стаи. Обалдеть. А там подлетают орлы и их сжирают. Ой-ой-ой-ой-ой. Откуда нельзя взять? Смотрите, просто летят, летят, летят. Смотрите. Откуда они летят? Папа, они вообще с той стороны летят. Ну-ну. Нет, они летят из пещеры, Артем. Из пещеры, из этой? Да, присмотрись. Да-да-да-да-да, ну да, из этой пещеры. Ну как-то вообще, такое ощущение, что они из ниоткуда появились. Мне кажется, их здесь больше миллиона. Да, миллионы, я же говорю, миллионы летучих мышей. Обалденно. У-у-у.
Вот это вот да. Вот это да. Ты видно, вот такая? Да, да, вообще прикол. Невероятно. Вот это их невероятное количество, миллионы, реально. Ну, миллионы летучих мышей. Сколько они улетят времени? Не заканчивается, лениться вообще. Жаль, что не видно, как они прямо из пещеры вылетают. Вот если вот так сделать, во, смотрите. Что? А, смотри, как видно на сен. Вообще. Вот это самый крутой закат у нас. Это самый крутой закат. И супер, что они не в другую сторону летят, а именно на закате. Потрясающе. Вот даже вот так, мне кажется, будет круто. Вот так вот понятен масштаб. Летучие мыши. Блин, они бесконечно просто. Вон большим таким крестом летят. А, слушай, это чудо какое-то. Вот так. Ой, как круто. Ой. Они как будто волну создают. Спиралька теперь. Шоу. Смотри, самолетик бумажный. Самолетик бумажный. Куда они все летят? Вообще, обалдеть! Вот, сейчас вот, мне кажется, видно будет. Во! Оу! Не знаю. Попробую хоть что-то запечатлеть. Самолеты. Бумажные самолетики просто. Обалдеть. Офигеть. Нифига себе. Ничего себе, как много. Реально, насколько... И слышите звук вообще? Они на нас летят. Но! Смотри. Вот это потрясающий закат. Туда вдаль. Смотри. А вон от нас отстала. Офигеть. Вон она возле нас пролетает. Слышь, как будто улей вот так вот палкой да, потрясли. Да, да, да. Нифига себе. Комары повалазят. Ну, юба. Юба. Смотри, как много. Вот это вообще такая плотная идет. Да. А в очках тоже видно. Офигеть. Там, блин, машина не все же. Закат. Нет, слушай, они не заканчиваются да, вообще. Ощущение, что их больше миллионов. Мы уже 5 минут снимаем, а они вообще не заканчиваются. Не знаю, может, никакой шоу сейчас как замутят нам. Смотри глазки, разные ручки. Вот это да. Жалко, что нет каких-то прожекторов осветить вот эту скалу, подсветить ее. Mm-hmm. Было бы круто. Оу. Ой, они чуть ближе, когда подлетают, да, и задают звук. Андрюша сюда, вот сюда. Вот да, комары есть, ага. Комары вылезли, ага. Вау. Ниточки. Да. Надо было антимоскитами пшикать. Очень мелкие, кстати. Вот это да. Папа, они очень мелкие. Это бомба. Смотри, что они создают. Они как будто спираль создают. Ольга. И куда-то туда улетают. Куда они туда вообще улетают? Вообще. Не знаю, не стойте на месте, чтобы по-моему не писали. У меня уже мурашки по кошке. Да это что? Они все ближе и ближе к нам. Невероятно, слушай. Мне кажется, что они ближе и ближе к нам. Вообще, ну это реально. Папа, вот это бесконечно будет идти ночью. Ближе и ближе, ближе и ближе к нам. Офигеть. Вот смотри, смотри, вот. Пока они на виде скале, их вообще не видно. Смотри, как какие-то мышки летят. В общем, ребят, представьте, мы стоим уже минут, наверное, 12, и они просто не заканчиваются, эти мыши. Мы же говорим, все, пошлите. Невероятно. На этом прекрасном месте хочется завершить данный видеоролик. Пожелать вам всем сюда приехать, поставить лайки этому выпуску, написать комментарий, сделать репост, ребятки. Подписаться на нас абсолютно везде по ссылкам там в описании. Ну и, конечно же, до нового выпуска. Пока!